Всем привет, ребят. Ну что, мы продолжаем наш трешачок, продолжаем с вами проходить гарнизонными героями, вот такими вот. Ну это не гарнизонные, вот это вот топ мега имба гарнизонная, вот это купидонище и такой вот ледяха топовый. Кошмарки я вам показал, я прошел кошмарки первую, вторую, третью. Добрались мы до четвертой кошмарки. И мы сейчас будем пробовать ее проходить. Посмотрим, нужна ли будет нам магия, либо нет. В общем, поехали. Выкидываем всех и сразу же получаем вот так вот люлей. Это, конечно, жестко. Вот, начался теперь полный трэш. Давайте стартуем так. Так, замедлили. Но я чувствую, здесь будет намного сложней. Так, отлично. 4-1. Пройдено. Прям, знаете, вот именно тот трэш, когда прошел, и оно просто подвисло. Просто люблю эти подвисоны. Я надеюсь, оно нам хоть засчитает ее. Не дают нам, ребятушки, нормально проходить подземки. Ну давай, грузись. Что, печаль какая-то. Жесть. Ну. То чувство, когда игра не воспринимает прохождение гарнизона. Connection fail. Я не знаю, ли у всех так вылетает, но что-то сегодня реально трэш полный. Тупо вылеты. Просто жесть. Наконец-то. О май гад, наконец-то она спустила. Так, поехали. Кошмарка. 4-2. Блин, не засчитали. Ну, пипец какой-то. Вот это называется проходи. Так, Купидон зарядил. Сейчас смерть только фух, и половины нету. Это называется, блин, нормально, типа проходили. Ну, посмотрите, как ледяха здесь обалденно срабатывает. Вот чем реально мне ледяха нравится, то что он просто замедляет. Посмотрите, как они передвигаются медленно. Но у нас остался тыквый Купидон. В общем, пока гарнизон там бегал, бочка и баферы затащили. Ну хоть здесь дали победу нам. Тупо унижение без магии. Так, окей. Пробуем здесь. Надо немножко дальше всех выпускать, чтобы Купидон успевал заряжать гарнизон. Посмотрите, что делается. Посмотрите, что делается. Ну просто песня. Они не успевают добегать. 4-3 кошмарка, ребят. Вот так вот надо кошмарки проходить. Смотрите, как замедление работает. Блин, просто реально песня. Насколько ледяха кайфовый. Сто процентов. Кошмарка 4-4. Так, ну попробуем тут вытащить. И
Мы потащили и Купидонов, и всех остальных. Если тыковка сейчас успеет разогнаться, она успела. Отлично. Замедление сработало. И мы им всем сказали, нифига себе, что это было. Кого-то мы конкретно так зарядили. Ну, вроде прошли с успехом. А, так, кошмарка 4-5. Попробуем через дракона разогнаться. Так, тритона уже слили. Каким образом, я так и не понял, но... Ну, ледяха затащит все равно. Просто мертвые скульптуры. Они нифига не могут сделать. Тут настолько замедление, ну, просто нереально, честно скажу. Так. Помню, это тоже одна из таких проблемных. Так, ну что, попробуем опять. Попробуем отсюда. Зафигачить. Немножко неправильно я высадку сделал. Сейчас нас тут, наверное, жахнут. Или нет? Ну, Дракулу кто-то будет бить или нет? Не, не вариант. Так, 4-5. Попытка номер 2. Кого можно вытащить? Можно, в принципе, вытащить друида сюда. И всех остальных. Пусть там себе агрится на бочку. Бочка вообще красавчик. Посмотрите, что сделал. Забежал в центр просто. Так, тыква, тыква плюс бочка. Ну, бро, что ты делаешь? Что бочка делает, ребят? Это просто пипец, посмотрите. Бочке пофиг. Она всех ушатает. Так, ну что это было? Блин. Бочка, непорядок. Надо на 3 звезды проходить. Так, давайте попробуем где-то отсюда подтащить. Так, бочка побежала опять в центр. Все побежали за бочкой. Короче, здесь бочка решает, кто за кем бежит. Блин, пипец какой-то творится. Замедление, конечно, от ледяного работает просто бешено. Так, ладно. Давайте попробуем разогнаться здесь, наверху. Так, Купидон есть. Атлант не включился. Отлично. Замедление, замедление. Ну, тут все. Тут без вариантов просто. Отлично. Так, итого 4-6 мы прошли. Поехали дальше, ребят. Кошмарка 4-7. Попробуем через ниндзика забежать. Достанет его? Вроде достало. Он, в принципе, бочку стычки не ушатает. Друида достали. Так, тихо-тихо, замедление. Где замедление, блин, тыква? Ледяха, давай замедление. Отлично, ледяха сработал. Конечно, сработал немножко не так, как нам надо. Блин, тритон. Тритон у нас спит. Поехали еще раз. 4-7. Пробуем опять же. Вытаскиваем. Беги сюда. Так, отлично. Разгон. Все, вроде должно быть все good. Герои просто стоят на месте. Насколько, блин, ледяной дьявол крутой. Так, ну что, пробуем обратно. Стартуем с бочки. Выкидываем всех. Ускорение пошло. Жестко. Реально, под разгоном тритон. Просто тащер. Без проблем. Кошмарка 4-9. Так, это 4-9. Это именно та кошмарка, где меса просто имеет 80 лямов. Но мы тут вариант у нас есть, конечно, его вытащить, попробовать разогнаться и бить всех. Так оно и случилось. Просто на нем зависли, разогнались. И без проблем. Вот
В общем, по красоте мы вжарили. 4.10, ребят. 4.10. Выпустили всех. Купидон зарядил. Тритон, давай, тащи. Смотрите, как ледяха замедлил. Вот они бегут, все к ледяхе или к тритону бегут. Тритон только чик ударил, купидона слили, пофиг. Посмотрите, как герои стоят. Что еще надо? Вот просто мертвые, они просто стоят на месте. Они агрятся на какого-то дальника и все. А пока они цель не будет в зоне действия, они будут стоять. Они ударить не могут. Вот и все. 4.10 зафармлено без проблем, ребят. Без смс и регистрации. Это просто подарок для подземок. Ну, на начальных левелах дальше посмотрим. Так, забираем плюшечки. Отлично. У нас на цели следующая, пятая. Пишите комменты, ставьте лайки и ждите видосика по пятой кошмарке. Я думаю, там мы тоже долго не задержимся и доберемся уже до шестой. На шестой будет более интересно, так как там уже поменяли демонов. В общем, такой вот трешачок. Надеюсь, вы тоже гарнизоном когда-то потрешуете. Это реально кайф проходить именно такими героями, которые не максимальные, не эволюционированные, просто прокачаны и не имеют кулдауна. Все, всем удачи, всем пока.